Девчонки, привет! Сегодня мы решили всей семьей пойти в дом великана и немножко вас возьмем с собой тоже. Слушайте, мы пока собрались только что, я думала, мы сойдем с ума, потому что Ева раза три переодевалась, ей не нравилось, в чем она идет. Ну, в общем, такая девушка-девушка уже. Я и то быстрее собралась, все. Ладно, ну, выходим на час позже, чем собирались. Девочки. Девчонки, ну очень жарко. Мы выбрались в такой жаркий день. Сейчас почти 50 градусов на солнце. В общем, надо было немножко другой день выбирать. Ну ладно. Мы сейчас зайдем в H2O на первый этаж в центре, на Гибина 34. И на первом этаже будет как раз дом великанов. Заехали в офис Энель забрать заказ. Вот, 9 минут.